Ага, вот посмотрите, фигурка асимметричная. Мы дошли до таких фигур. У кого встречается вот такая симметрия, значит, вы должны понимать, что у вас на примерке на том плечике, которое ниже, будет пустота. Значит, вам обязательно нужно сразу работать с подплечниками. Подплечники, какие попало, подпихивать туда тоже нельзя. Я снимала видео, Леночка, если меня слышишь, на Ютубе недавно выкладывала, как я подрабатываю те подплечники, которые продают, покупаю их и как я их подделываю под то, чтобы сформировать свой собственный плечевой пояс таким четким, как, который вам нравится, который поддерживает окат рукава, заполняет пустоту в конечной точке плеча, которая есть обязательно у полных рук, да? Даже если у вас ровненькие плечики и вам вроде бы их не хочется делать, но если у вас там пустота, окат рукава надо все равно поддерживать, и вам все равно надо туда маленькие подплечники своим делать.